Хорошо, с вашей точки зрения, если мы берем этого человека, соединим прямой линией его уголки губ. Да? Скажите, эта линия будет параллельно краю листа или нет? В лице человека не бывает чуть-чуть. Не бывает чуть-чуть. У вас очень сильно перекошен рот. Плюс к этому, подождите, кроме все. Вот у этого глазика от угла к углу пробили. Вот у вас ось этого глазика, а теперь ось вот этого глазика. Скажите, они вообще одинаковые направления или нет? А что за горечь случилось? Нет, и на хмелеон он не похож. В данном случае он похож просто на неаккуратно сделанный рисунок. Так, значит. Вот давайте, ребят, еще раз говорю, вот эта часть занятия – это попытка игры по правилам. Вот вам правило. Есть некоторые правила. Попробуйте сделать изображение по этим правилам. Дальше вы будете менять их как вам угодно. Но для того, чтобы у вас получались те линии, которые вы хотите, а не то, как Бог нам положит, да, вы должны хотя бы примерно научиться работать по правилам. Потом вы будете для себя менять как угодно. Да, ну давайте смотрим, что у кого получается. Так. Так, допустим. Значит, ну, кроме того, что ноздри. Смотрите, это был бы пустяк на любой другой части тела, а говорится, недопустимо. Смотрите, у вас это ноздря направлено вот так вот и ось. А это тогда, значит, вот сюда должна быть скошена, а она вот так. А, да. Вот, то есть вы, на самом деле, нос человека вот так вот сняли. Если уж это так, то тогда вот так. Точнее, голова его развернута точно на вас. Или немножко повернуто влево или вправо. Вот это. А, да. Посмотрите, почему получилось. А вот, вот эта часть чуть-чуть больше выступает вот сюда, с кулы, чем вот это. Все, сразу разворот головы. С этим ничего не сделаешь. Если хотите нарисовать по заданным правилам, мелочей здесь не бывает. Потому что чуть-чуть изменили линию, все. Понятно, да? Так, ну да. О, какие у вас симпатяшки идут. Вполне себе вкусняшки. Так. Видите, вот такое ощущение, что у меня здесь больной дух. Вот так щекают. Отсюда такое несколько удивленное, слегка испуганное выражение в лице. Не, ну знаете, если у вас так раздует щеку, у вас еще не такое выражение в лице. Давайте смотрим. Скажите, пожалуйста, а размер левой и правой щеки у вашего человека одинаковый или нет? Значит, вы что сделали? А вы взяли овал лица, вот, рот, нос, губы, все это на прямую линию посадили, а овал лица у вас уехал больше. Вот если вы овал лица поправили, вот так, да? Вот так. Видите? На самом деле ширина щеки изменилась на миллиметр, не больше. Но сразу абсолютно другое. Вот видите, лицо другим стало. Понятно? Ну, здесь на самом деле такое. В изображении лица не бывает деталей. Точнее, несущественно. У блондинок бывают ноздри. Если я где-нибудь поздно вечером с таким образом встречу на улице, да? Значит, обратите внимание, ну вроде бы, смотрите, как парень, откуда ощущение глубокого уровня встречи с таким человеком, нет, во-первых, с собой. Вот так вести глаза.
говорили. Понятно? Если я вижу вот такого человека, я могу ждать от него, ну, Значит, во-вторых, ну, нет, наострей Господь с этим. А то, что вам лица мне перекошено, это видишь? Да нет, нет, подъема на том, где это. Вот, смотри, говорит. Правильно она смотрит. Она не прямо перед собой, она собственно переносит. Ну, так не получается. Кстати, ребята, учтите, что не самое полезное упражнение для глаза зрительных мышц. Ладно, ну все, давайте к местам. Приподнимается не посередине, а с боков, вот так.
А я думала, что опускается. Опускаться может вот эта часть нижней буквы. Это запись. Ребят, на самом деле наша мимика, вот это выражение ярости, это что наше лицо делает. Это очень древние все программы. Когда я еще... Да, ребят, оскаливаемся, оскал, зубы показываем противнику, нос. Значит, оскал не в полной мере, верхняя губа прикрывает зубы, да? А поскольку у вас уголки пошли вверх, то как меняется форма носогубная? А вот как она. Раздуваются, становятся отчетливо видны крылья носа. Давайте сейчас посмотрим, насколько мне удалось это показать. Пока рисуешь на доске, не видишь. Самая главная задачка – попробовать передать разные выражения лица. Но при этом все-таки стараться, чтобы нос у вас не куда-нибудь под мышку. Ну, то есть пропорции лица стараться соблюдать. Да? Поехали. Нет, но у нас, у нескольких людей, отдельные детали тела путешествуют совершенно свободно. В школьном рисунке, как правило, там очень трудно понять то, что плечо может оказаться на талии у человека. Пробуем все-таки, чтобы части лица оставались более-менее в своих местах. Разные выражения лица. Поймать тонкие полутона, типа иронической усмешки, допустим, или настроение легкой грусти, это чудесно. Я правильно рисую, как человек сделал голову? А, ждал такого вопроса. Давайте смотрим, если человек немножко наклонил голову и развернулся. Смотрим, как вам рисовать в этом случае. Овал головы, мозговая коробка выступает назад. Центральная линия лица пойдет не по вертикали, а пойдет вот так. Немножечко говорили о расовых особенностях.
хорошо себе представляете специфику лица, настроение лица, конечно, стало симметричным. На каком выражении у этого лица? Я смеялся говорить про выражение этого лица. Поскольку это просто не лицо человека, это выражение другое. Давайте мы все-таки попробуем находиться в рамках занятий. Несколько разных набросочек. Для того, чтобы вы почувствовали, что умеете разное выражение, не одно единственное. Часто как бывает, вот человек научился рисовать одно единственное положение вот этих двух треугольников, верхнего и нижнего. И дальше. А дальше он просто всегда лепит. Делая разные прически, одевая разные шляпы, одевая разную одежду, а лицо-то остается одно. Вот попробуйте хотя бы парочку разных выражений. Ладно. Ага. Какие-нибудь линии вот лишними, не кажется? Не-не-не. Вот это, если вот это вы берете, то сразу контур лица изменится. Немножко надо будет подправить вот здесь эту линию. Очень классно. Так.